Здравствуйте, я Лариса Кузеева. В эфире «Давай поженимся» — программа о том, как найти свою любовь. Сегодня у нас жених и три невесты. Стильная романтика Ирина, любительница быстрой езды Ольга и чемпионка по теннису Надежда. А жених у нас Никита. Давайте знакомиться. Здравствуйте. Я скитался по миру целых 5 лет, но так и не смог найти даму сердца. Надеюсь, что ведущие мне в этом сегодня помогут. Со мной мои друзья Иван и Слава. Никита, 30 лет. После того, как его возлюбленная молча собрала вещи и ушла, он долго не мог понять, что произошло. Уехал на Бали и прожил там целых 4 года. Сейчас вернулся и готов к новым отношениям. Никита — фрилансер, переводчик с английского языка. Любит спорт, увлекается урбанистикой, интернет-технологиями, музыкой, модой, театром и не имеет вредных привычек. В детстве хотел стать трактористом, а сейчас мечтает о семье. Никите не нравятся худые блондинки с наращенными волосами. Женится на девушке с веселым характером, которая родит ему двойняшек. Никита, а почему Бали вдруг? Что так? Ну, как-то я вот думал, куда поехать. И как-то мечта была с детства, ну, такой с юности, можно сказать, со школы, покататься на серфе, и решил туда и поехать. Может, лишь бы не работать? Там тепло. Сорвал бананы, все себе, и живи, ленись, сколько хочешь. Ну, в общем... Или несчастная любовь? Работал в поте лица, так сказать, все время... Ну, до Бали почти 5 лет провел в офисе, галстук, пиджак, все было очень серьезно, работал в серьезных компаниях международных, но потом понял, что неинтересно приходить в 9 утра включать компьютер и в 6 часов выключать. Правильно, свободный человек. Да, да, это да, для да, нас. Это наш вариант. Да. Никит, ну вы же мальчишкой уехали. Сколько вам было? Ну, чуть ну, за 20. 25 мне уже 25 плюс было. Да. После 25. Было, да. То есть я после института сразу же занялся плотно прям своей карьерой. И любовь была? Была, да. А чего ей не хватало? Внимания, денег, любви? Ну, сложно сказать. Нет, вроде с деньгами было все в порядке. Там ездили на машине, я снимал квартиру. Вместе и, жили? Да, жили вместе. И, в общем, ну, конечно, она зарабатывала какие-то деньги, но я даже их не касался. Нет, ну вы же потом анализируете, почему вдруг? Такая, она же ведь в одночасье собрала чемоданы от вас. Ну да, может быть, планировала, но я как-то... Ну, в таком случае девушке трудно подойти и сказать: любимый, объясни, что не так? Я сделала это. О, вопль женщин всех времен, мой милый, что тебе я сделала? А вам-то легче подойти и выяснить. В общем, так и было. Не, я она просто объяснила. Расскажу ситуацию, да, что вдруг раздается... Я был у брата, в общем, принес брату апельсинов, он был болен, и вдруг раздается звонок на мобильный, и девушка мне говорит: я уезжаю, я ухожу. Я говорю: куда уходишь? Типа, мол, в магазин или там куда еще? Она говорит: нет, я все, я ухожу. Я говорю: так, подожди-ка, родная, дай-ка я приеду, может быть, обсудим все. А ни сном, ни духом, да, это вот просто... Как бы нет, для меня было шоком, так сказать. Я приехал домой, повесил пальтишко и такой говорю: так, мол, ну что, рассказывай, в чем дело-то? Она говорит: я вот, мол, у меня какие-то планы, я собираюсь учиться. Я говорю: меня не очень интересует, что ты собираешься делать. Расскажи, почему... Да, почему вот так... Ну, как-то... А младше она у вас была? Практически ровесница. То есть 1.5 года, по-моему. А сколько вы с ней вместе уже проживали? Ну, наверное, в общей сложности мы где-то жили с ней 2.5 года. Ну, замуж хотела. Я думала, уже хотела следующую ступень. Ну, наверняка, женщины так просто не уходят. Так просто, понимаешь, все-таки мужчины... Женщины более влюбчивые. Если они так долго были вместе, соответственно, она тоже дорожила до поры до времени, но ей надоело. Послушайте, она у нее возраста уже был 24-25, ей, конечно, уже хотелось чего-то другого. Ну, такие у вас, мне кажется, советские, нет? Не-не-не, вы знаете, женщины... Не-не-не, советский стереотип — это 19-20. В 21 ну, да, говорили, не замужем. И у мужчин стереотип. А старше сегодня... 30 уже старенькая, уже женится. А вот у меня другой стереотип, может, даже не советский, а домостроевский тогда. Вот, Никита, вроде бы мужчина вы симпатичный, он очки у вас спасибо, вроде серьезные. Спасибо. А чего же вы свататься в трустах пришли? Ну, ну нет, это ну, как-то вообще несерьезно. Вот, тут прямо, ну, не уважили. Роза, мы а если бы ты вдруг взрослые. Узнала, что эти трусы стоят несколько тысяч долларов? Ты а они что, стоят столько? Ну, я к примеру говорю, ты отнеслась бы к ним уважительно? Тогда бы они другого цвета были бы, и там, и золотые. Золотые, бы. Да, золотые. Ну, окей.
Вот так это, вот так мне воспринимать вас серьезно вообще? Не, ну, во-первых, ладно, портки там достаточно дорогие, в общем, ну ладно, это не важно, я считаю. А вот это что-то у вас наши, это что такое? Это наушники. Вы плохо слышите еще, здоровье плохое? Не, ну как-то вот, ну, я понимаю, бы галстук это, был. Это, часть стиля, вот так я вам отвечу. Ну, только стиль у меня, он сын еще вот совсем молодой студент. Вот этот его стиль. Прекрасно. А вы 30 лет жениться пришли. Передавайте им привет, любит музыку, отлично. Нет, это не а самое вы-то плохое жениться увлечение. Пришли, или чего, или стиль нам тут показывает? Тусовщик? Да, да. Любит какие-то клубные движения. Я сомневаюсь, что он, ну, серьезно? Готов. Думаешь, поехали, да. Мальчик? Ну, хорошо, вы уехали на Бали зализывать раны. Угу. Залезали или кто-то помог? Да не то, что раны зализывать, ну так, помог бизнес. В общем, вы вот говорите, что от работы бежал? Нет, не люблю и не могу вообще сидеть на одном месте. Сразу же нашел что-то. Ну, как бы, все время стоял за одной стойкой бара, а вдруг переместился за другую. Вы же открыли там сеть, да, баров? Ну, не то, что сеть, но вот друзья мне помогли, с друзьями открыл маленький барчик такой уютный. И вот, ну, первый такой серф-бар для русских был. Скажите, пожалуйста, Никит, ну, туда много девчонок приезжает, молодых, красивых. Правда, на пару недель, да? Да, к сожалению. Несерьезно? Да, ну это не, я не люблю, я люблю постоянные серьезные отношения. И какие-то вот, я их называл прям двухнедельные девочки. А местные? Ну, местные совсем не в моем стиле. Ничего себе в чужой стране организовать. Да. Все-таки бары – это собственный бизнес. И не зная ни законов, ничего. И 4 года прожить. Да. Такой человек везде прорвется. Да. Везде. Молодец, молодец. А сейчас к жену-то вы на куда приведете? Что у вас есть? Кроме машины, вот я тут... Да. Бунгало в Москве имеется? Что-что? Бунгало в Москве имеется? Бунгало в Москве у меня с родителями моя комната. И, в общем, а родители тоже ваши на Бали? Нет. Родители здесь, да, в Москве. На родителей рассчитывать, конечно, нельзя. Да, не всегда можно. Родители тоже не вечные. Ну, ничего нету. Где-то на Бали еще поди проверь, есть ли там этот бар или нет. Вон в шортах, эта комната в этом, у родителей. Что мы сейчас, вот что я как сваха предъявлю невесте? Ну, во-первых, хороший парень, красавец, спортом занимается, здоровый. Ну, здоровье хорошее. Ну, только, слава богу, москвич, он имеет право еще покуражиться. Он в 30 лет прощупывает, как ему, что ему нужно. Имеет право, у него здесь семья приличная, есть комната своя в семье. Он не бездельник, он получил образование, он и на Бали не бездельничал. А как, я даже не представляю, приехал ребенок в Россию. Родится. Ну, смотри, он приехал... Ладно, что-нибудь придумаю. Здесь вот он приехал в нормально. Россию в 30 лет. Уже... Вы правда созрели, да, для серьезных отношений? Ну, я считаю, что да, да. Ну, правда, но это же не клоунада то, что я сейчас думаю, происходит. Я думаю, что точно а нет, доход клоунада. Какой у вас месяц-то? На вопросы о доходе я обычно предпочитаю вот так делать. Оп, это такое... Я тогда знаю, какую невесту буду рекомендовать. Окей, хорошо. Ну вот через экран, не знаю, вот, Никита, вот да? не могу сказать, что он меня там, знаешь, так прям зажег. Зацепил, да? Нет, как бы такого нет. А вот, Никит, скажите, пожалуйста, как вы поняли, что вы созрели для серьезных отношений? Что вы готовы взять на себя ответственность? Женщину, будущих детей? Ну, вот как вот вы однажды поняли? Да, ну, не то чтобы сказать, что как-то однажды меня как-то озарило, но как-то по ощущениям я понял, что уже не только там о пиве, мини-юбках, дискотеках там мысли, а в общем, ну, как-то... Вы же определились, какая она должна быть, ваша женщина? Но всегда это сложный вопрос, конечно, да? Несложный. Несложные. Вот все о чем-то мечтаем, мы все знаем, чего мы хотим. Поэтому в идеале вы сейчас обрисуете картинку, а там хотя бы если из 10 пунктов 4-3 совпадут, поверьте мне, это уже основание для того, чтобы заводить надо. Я понял, поверьте да. мне, да. Я бы, может быть, и даже к вам-то не пришел бы за помощью обращаться, если бы знал, что кто мне нужен. Я бы, может быть, пошел бы и хорошо, прямо что для выбрал, вас да. важно, что не важно. Или важно. Да, могу ответить прямо сразу же, да, перебью вас. Важно, чтобы человек был интересный. И чтобы человек интересовался многими вещами. Но я люблю путешествовать, люблю заниматься спортом, люблю музыку, люблю на концерты ходить. Сейчас, благо, нет с этим проблем, все-таки приезжают какие-то там интересные. Она будет музыканты. Вас поддерживать в этом. Прекрасно. Вот ну а это серфинг, то, что допустим, нужно. Не ну, будет любить. Серфинг, ну, я буду сам его любить. И вот там, допустим, завтра на футбол обязательно. Скажите, пойду. А вы уже ведете оседлый образ жизни, или также можете подхватиться с чемоданами завтра? Не ограничиваю, конечно, себя, но. Но вот на ближайшее время точно понял, что буду в Москве, мне очень нравится и отлично. Сможешь ты
точкой. Активно. Да, так вот активно за ним следовать. Не могу сказать с уверенностью, что да. Она же в школу пойдет. Да. Если понравится девушка, а у нее будут дети от предыдущих браков? Возможно, и неплохо, но мне как-то, так сказать, молодежным языком стремновато немного. Mm-hmm. Ну, то есть, а для меня боитесь? Дети, ну, как бы, вообще даже не знаю, что вам ответить на это. Совершенно не понимаю, как себя вести, как бы, вроде как я ему и не родной, а вести надо себя как с родным. Даже, но ну, все всегда знаю, бывает да. в первый раз. Наверное, если чувствуете быть, да. в себе вот это великодушие, если вы человек не жадный, если вы щедрый душевно, то, может быть, стоит попробовать. А вдруг будет классно, но с ребенком? Попробуйте. Нет. Или принципиально. Нет, послушайте, я вас не заставляю, Никитушка, дорогой мой. Многие мужчины приходят и говорят, для меня принципиально. Можно даже объяснять не буду, почему. Не хочу нет, с ребенком. Нет, нету такого. Такого. Все, слава нету богу. Такого. Роза, Василиса. Ну, а чего? Мне такой тип мужчин непонятен, вроде взрослый. А выглядит как тинейджер. Ну, скажем так, буду подходить с позиции, пускай молодая будет, чтобы еще первый ряд, и еще б задел был бы лет 5, собственно говоря, чтобы можно было там позажигать вместе с вами. Обеспеченная должна быть обязательно. Отлично, конечно. Так она с голоду с вами умрет, собственно говоря. Не в глаз. Нет. При выборе мужчин, конечно, надо да. все обстоятельства и учитывать. Да. Да, учитывать. Ну, конечно, мне хотелось бы, чтобы рядом с вами была хорошая девушка из хорошей семьи, умная, целеустремленная на самом деле, чтобы она многим интересовалась, потому что вы достойны самого лучшего. Вы в своей жизни не сделали ничего такого, чтобы вам сказал, ну, знаете, довольствуйтесь этим, а что вы хотите, вы столько уже там наследили. Вы хороший нет, парень, это считывается. Было, да. Вы достаточно бесхитростный, Бали вам пошло на пользу. Правда. Я считаю, что тоже, да. Да, это видно все. Поэтому давайте будем искать хорошего, а там уже прощупаем. Да, есть люди, которые не становятся циничнее с возрастом, а раскрепощаются все больше. И вот это Никита. Спасибо. Как самый настоящий стрелец. Ну, вот человек, он такой серьезный и в то же время очень легкий на подъем. И такой любит, наверное, достигать своих целей. Поставил да. и вперед. Согласна. Вам нужно... худенькая и очень серьезная, такая спокойная, выдержанная, да, пусть она интересуется всем на свете, но вам девушка легкомысленная не подойдет в принципе, потому что вы для нее будете слишком серьезны, а она для вас будет ни о чем. Вам нужна именно серьезная, та, которая будет, может быть, чуть-чуть зануднее вас. После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения. Оцените вместе с нами. Вы смотрите «Давай поженимся». У нас в гостях Никита. Встречайте первую невесту. Удачи. Привет, Никита. Привет. Я знаю, что ты не был в Киеве. Я тебе привезла такой маленький сувенирчик. И я думаю, что в этом году ты точно побываешь в этом городе. Да, спасибо. Пожалуйста. Вот, красивый кстати. Оригинально. А что это такое-то, расскажи хоть, а? Это символ любви, страсти и понимания. Чика, я хочу вам преподнести спасибо. Маленькие сувенирчики. А покажите, вам? Пожалуйста. Спасибо. А покажите, ну, пожалуйста, вам символ любви и страсти, Никита. Никит, покажите, пожалуйста, символ вот любви и страсти. Вот такая штучка. Да. Страсть. Ее нужно куда-то повесить, да? Ну, повесить ладно. У себя на кухне и будет вспоминать. Чтобы узнать вас лучше, давайте посмотрим на экран. Ирина, 27 лет. Парикмахер-визажист в салоне красоты. С детства занималась спортивной гимнастикой, сейчас увлекается мотоспортом. Для нее очень важно, чтобы будущий избранник ее постоянно удивлял. Мечтает погрузиться на дно моря, чтобы посмотреть на затонувшие корабли. Ирина дважды влюблялась в своей жизни, но оба избранника не смогли ее сделать счастливой. Надеется, что с Никитой ей повезет больше. Что должен сделать для вас Никита, например, для того, чтобы осчастливить? Погрузить вас на дно морское в батискафе или что? Нет, в принципе, он мне ничего не должен. Просто бы мне хотелось, чтобы мой мужчина был более энергичный, нежели я, да, более целеустремленный, нежели я, более, наверное, с какими-то идеями, чтобы у него было много идей, и он пытался их все воплотить. А зачем вам?
Ну, идеи мне... какие? Может, он решил там это, новую планету открыть, оно вам надо? Ну, я по жизни человек, который ставит себе цели. Я с детства такая, да? Так как у меня сложилась такая ситуация в семье, я всегда хотела больше зарабатывать, да, чтобы жить одной, чтобы жить в своей семье. А что, всегда... бедновато, да? Ну да, было такое. Mm-hmm. Мне всегда хотелось чего-то самой добиться, потому что у меня папа рано умер. Вы же с Украины? Да, и я жила с отчимом. Мне всегда хотелось с детства доказать, что я что-то могу в жизни. Вот вам сегодня 27 лет. Чего вы добились? Вот за что вы себе говорите? Я молодец. Я хочу сказать, у меня работа очень, наверное, сказать, приносит мне хороший заработок. Я обеспечиваю себя и обеспечиваю. А чем вы занимаетесь? Маму. Я визажист, стилист, парикмахер. Работаю в салоне и работаю. Что, квартиру купили уже, да? Нет, квартиру не купила, снимаю сама. Но в Киеве я говорила маму не продавать дом, да? Сейчас там делаю ремонт. В дальнейшем я хочу, скажем, молодец, отдать. У вас золотые руки, и вы себя кормите. Почему у вас было два неудачных эксперимента с мужчинами? Почему оба закончились как-то неинтересно? Первое – это любовь. Первое – мне было 18 лет. Я не понимала, что такое отношения, что такое уступать, что такое идти на компромиссы. А вот старик даже на нее не смотрит. Не понравилось, что ли? Я запрещала посещать ночные клубы, я запрещала курить, запрещала пить. Я была вот такая вот... Или я, или вот ночной клуб. И насколько этого хватило молодого человека? Практически 3 года. Ничего себе, я думала, недели на две. Но он очень меня сильно любил. А, он ее сильно любил. Видимо, слушался, да? Но сбежал. Да. А вторая история? Вторая история, это... Вроде все хорошо было, но мне хотелось, чтобы я в отношениях чувствовала себя женщиной. Мне хотелось, чтобы я чувствовала заботу, чтобы я понимала, что за мной стоит мужчина. Кто вас развлекал и устраивал бесконечные фейерверки счастья? Это он вас возил на Воробьевы горы ночью в пижаме? Да, да, это он. А он вас что, прямо из постели, что ли, выдернул? Почему в пижаме-то? Ну, развлекал так он девушку, мне, рост, да, романтично. Он мне позвонить и сказать, у тебя 10 минут собраться, я стою под подъездом, мы едем в романтическое место, ты не была здесь. Но у вас были претензии вот даже ко второму молодому человеку, что он вдруг резко прекратил вас удивлять и поражать? Я хвасталась ему о том, что у меня есть знакомые в Москве уже. Я хвасталась то, что у меня уже зарплата стала в 2 раза больше. А зачем вы хвастались? Зачем вы сравнивали? Это от бедности. Это моя глупость. Мне кажется, ей больше подойдет вообще старший мужчина. Такой вот как папа. Ирина, а что важно для вас в мужчине? Чтобы у него был мужской стержень, чтобы он был сильнее меня. Вот вы уже сказали, чтобы он был сильнее вас, чтобы вас куда-то он направлял. Четкий. Если он сказал да, значит это да. Чтобы он не менял своего решения. Чтобы у него были... Вот он сказал, пойду с друзьями сегодня пить пиво, маме, значит, и он маме. Пойдет. Нет, я имею в виду, если мы откладываем деньги на что-либо, на ремонт, мы оттуда не берем деньги на поездки, да, мы не берем деньги на клубы. Вот смотрите, она уже командует. Да, нет. Я говорю, у нее все это осталось. Вот такая ситуация. Копим мы, допустим, деньги на ремонт. Да, вот копим, там в баночку откладываем, и вдруг приезжает неожиданно в Москву какой-нибудь музыкант серьезный, и билет на него стоит там 5000 рублей, и вдруг я понимаю, что так, денег кроме как баночки ремонтной мне взять некуда. Что ты будешь делать? Вот ты говоришь, что вот ты идешь как бы на компромиссы. У меня 4 конверта, у меня дом, одежда и отдых. Ага. И четвертый конверт, он красный. Это на всякий случай. То есть у нее все предусмотрено. Да, у нее все по конвертикам разложено. То есть вы отвечаете за финансы в семье, да? Будете отвечать вы? Нет, я бы хотела, чтобы мужчина... Ага, но, да, она тут, вообще конверт мне бы хотелось... Все-таки ей понравился он, видимо. Она уже начала как-то мягче. Пожалуйста, покажите, что вы приготовили для Никиты. Для меня, как для женщины, очень интересно знать, какие качества в отношениях ты ставишь на первый план. Сейчас тебе стоит расслабиться и вытащить лист бумажки. Пожалуйста. Так. Циферка 3. Для тебя важно на первом плане это нежность между мужчиной и женщиной. Трепетность отношения. Какой-то липис хирос. Нежность класс, да. Нежно люблю все. Ты любишь нежных девушек? Да. Так, пожалуйста. Следующий бумажка. Да, да. 2. 2.
Но обязательно в отношениях должна быть страсть. Но, которая, возможно, перерастет в огненную любовь. Ой, это очень откровенная статуэточка, да? А, это свечка, да, чтобы все понимали? Да, вот, да, видите, вот. Свеча. Я тебе дарю эту коробочку для того, чтобы в твой дом немножко внести романтику и уют. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Ирина, с друзьями пройдите в комнату. Иван и Вячеслав, что вы скажете об Ирине? Мне девушка понравилась, просто мне кажется, с Никитой не пройдут вот эти фокусы с конвертами, и откладывать баночку на ремонт не получится. Вот эта легкость такая, да, вот, мне кажется, он фрилансер как в работе, так и по жизни. А Никита? Симпатичная девушка, но вот по поводу стилист, макияж, вот как-то вот немножко, мне кажется, не мое, хотя почему нет, да? Потому что конечно, не ваше. Ребят, вы не только из разных детских. Вы из разных планет. В то время, когда вы на Бали осваивали какие-то экзерсисы на серфинге, она в это время и шачила с утра до ночи, чтобы маме сделать ремонт в квартире. Бедная девочка, для которой эта ценность реальная и настоящая. Понимаете? Потому что для нее счастье не быть голодной и плохо не жить. Вы можете себе позволить жить про другое. Она не может. Она мне прочувствовала. Смотри, прочувствовала. Она тебя прочувствовала. Она меня до слез не довела. Мне прям, знаешь, слова говорила. Она тебя понимает. Хорошая девочка, конечно. Ее надо за более серьезного мужчину и постарше бы, чтобы уж не голодала. Возможно, согласен, да. Вы не серьезны. Василиса, я скажу, что Ирина ждет брутального мужчину, который сможет ударить кулаком по столу, она сама сказала об этом так, который сможет взять ее в ежовые рукавицы, и которого у нее никогда не будет. Потому что Ирина и ее тип мужчин домашний, послушный, тихий, очень чувствительный, действительно очень нежный. Мне как раз кажется, что она со временем могла бы рассмотреть, ну, хотя бы часть этого мужчины в вас. Я не вижу здесь явного противоречия в вашей совместимости, скажем так. Я просто боюсь, что она долго и целенаправленно, упорно ищет не того мужчину, который ей нужен. Ей нужно одного бояться, чтобы котлетки, которые она отложит до приезда своих родственников, чтобы ее муж, как вы звали, Лоханкин, ночью, посучивая ножками, не жрал бы их из кастрюли. А тут она в халате, такая украинская девица. Но, думаю, до этого не дойдет. Давай поженимся в вашем мобильном. Наберите 0736. Роза и Василиса дадут вам совет в любое время. Через несколько минут вы станете свидетелями нового знакомства. Оставайтесь с нами. В эфире «Давай поженимся». У нас в гостях Никита. Встречайте вторую невесту. Удачи. Спасибо. Привет, Никита. Привет. Меня зовут Оля. Очень приятно. Мне очень нравятся твои трусы. Класс. Нормально, все а отлично. Мне нравится твоя. А тебе нравится? Мне вот интересно, почему мои шикарные шорты все называют трусами. Мне обидно. Мне мама подарила вот шорты классные, а их все трусами очень называют. Очень нравятся я шучу. Твои шорты. Я шучу, конечно, ерунда. Олечка, с кем вы? Я пришла с подругой нашей семьи, с Людмилой. А также в зале у меня сидит моя дочь, которой 6,5 лет, и моя бабушка. Давайте на вас посмотрим. Ольга, 28 лет. Менеджер в торговой компании. Не любит сидеть на одном месте. Много путешествует, танцует и готовит вкусные сладости. Предупреждает, что не закрывает тюбик с зубной пастой. Мечтает о счастливой семье. После рождения ребенка муж запрещал Ольге выходить из дома. Она не могла терпеть его постоянный контроль, и они развелись. Надеется, что с Никитой ей будет спокойнее. Олечка, вы были замужем за тираном. Ну, можно сказать, да. Чем вы так провинились перед ним, что он вас просто заточил, закрыл под ключ и никуда не выпускал? Ну, скорее, я ничем не провинилась, просто такой человек. Все мое всегда при мне и всегда со мной. Вы же даже в магазин ходили втайне от него. Ты должна, там, родила ребенка, ты должна гулять там рядом с домом. И умереть на кухне под плитой. Mm-hmm. Да.
Нет, ну почему бы не гулять рядом с домом? Зачем мужчина должен переживать? Если рядом с домом парк хороший есть, вот что-то прям это. Ну, каждый день рядом с домом гулять. Неправильно, мужчина. Все-таки девушка должна быть, но как на свободе. Ну, она натерпелась, видимо, от него. Он именно подавлял ее. Я была молодая. И он не только вам гулять, где вы хотите, запрещал. Он вам почему-то еще запрещал общаться с мамой, с родителями. Ну, я не запрещала общаться с мамой, с родителями. Он был против того, чтобы я к нему уезжала. А вы откуда? Я из Архангельска. Ну, у вас здесь бабушка, родители в Москве. Вообще, я живу одна с дочерью, со своей собакой. А вот, хорошо, а бабушка вся ко мне эта приезжает. История где происходила? В Архангельске? В моем доме, нет. В Москве, в моей квартире. А родители... А мои родители живут на Украине. А вы куда к родителям ездили-то? Куда он на Украину. Ну, конечно, это затратно, поэтому он обесновался так. И как часто вы уезжали на Украину? Всего лишь раза два в год. Хорошо. Я-то думала, правда, в соседний район или там в соседний дом не пускала. А потом, знаешь, она все-таки там возле дома-то, может, она гулять-то собралась с грудным ребенком, вообще не пойми, куда. Думаешь, она же вообще рискованная Но такая. Он женился на женщине, считая ее осмысленной и здравомыслящей. А почему бы не отпустить женщину, ее погулять с ребенком? Вы сейчас чем занимаетесь? Смотр, чем? Что-что? Ну, на чем гоняете-то? Я гоняю на автомобиле, но это не гонки там какие-нибудь. А как гонять? По ночам, что ли? Ну, просто она любит быструю езду. Да, я люблю быструю. Оля, у меня в голове хаос, я пока ничего не понимаю. Сколько лет вы приехали в Москву? 11 лет живу в Москве. Вы здесь живете, то есть в 17 лет вы сюда приехали? Да. Вышли замуж за него. Благодаря мужу у вас появилась квартира? Нет, мне квартира досталась по наследству. От бабушки? От дяди. Угу. Ясно. Значит, сейчас кто вам помогает с ребенком? Вы вместе живете, у вас квартира, вы живете с ребенком. Да, после у меня развода. Ребенок ходит в садик. Вот, ко мне приезжает моя бабушка. Угу. Мой бывший муж редко, но общается с ребенком. И как платит ни странно, алименты. Взрослый ребенок. Слушай, 8, я думаю, да, это отпугнет. Но у вас после развода еще была история более была. Страшная. Ну, не, может быть, ну, как вы влюбились, у вас отношения? Да, отношения. Ожидала того, что мы поженимся, они перерастут во что-то более серьезное. Вы забеременели? Я не забеременела, скажем так, было подозрение на беременность. И вы ему смс-ку, любимый? Я ему смс-очку, да, любимый, вот-вот, я иду к врачу, может, да, может, нет. А он мне перезванивает и говорит... А меня это не волнует сейчас. Ты понимаешь, что ты мне пишешь такие смски, и рядом со мной моя жена. Я говорю, в смысле, как это моя жена рядом? А сколько вы были времени с ним? Два года. Два года? И за два года он ни разу не прокололся, и вы не поняли, что он женат? Конспиратор какой, а? Ну, паспорт вот, не ездили никуда вместе отдыхать? Вот как раз не ездили вместе отдыхать. Потому что он все время был в каких-то командах. Он разбил вам сердце? Разбил. А вы точно знали, как его зовут, как у него фамилия, да, прописка? Да, да, я его где? Паспорт видела, все прописка. Ясно. Он все время был в командировках. На самом деле, я так понимаю, что он проживал себе свою жизнь спокойно. А может быть, не было никакой жены у него. Он не хотел этого ребенка и не хотел вас с ребенком. Поэтому... Ну, замуж не предлагал. Поэтому не так и сказал. Ну, да. Чтобы... Может быть. Чтобы вы приняли решение. Может ну, быть. Ясно. Перед вами Никита. Никита. Вот такой у него образ жизни, вот такие у него взгляды. Отличный парень. Вот мне нравится Никита. Очень нравится. Мне а нравится вы похожи, легкость. Он на Бали, а вы, значит, гоняете там это. Не жалко, он ребенок же маленький. Все происходит в пределах разумного. Я никогда не забываю а своего ребенка. А скорость какая в пределах разумного? Ну вот для меня гонять, да. Это ездить в районе 110-120 километров в час. Где гонять? По Москве я не гоняю, потому что я езжу с ребенком, и безопасность ребенка для меня все... А мама по-другому не скажет, понимаешь? Если она едет с ребенком, она никогда в жизни 140 не поедет. Покажите сюрприз. Сюрприз. Вам нужно переодеться? Да, мне нужно переодеться. А, Людмила, а вы здесь живете? Вы москвичка? Да, я москвичка. Думаете, созрела уже замуж, Ольга? Ольга, конечно. А жених в трусах нравится? Очень понравился ей. У них в трусах нравится, родственнику без трусов понравится. У них много общего. Кстати, слава богу, что в трусах пришел. Жарко, в общем,
у вас тут. Ну, вы видите, у нас появился на самом деле прекрасный предмет для обсуждения. Да, трусы, мои трусы, да. Нет, в шортах прикинь на программу, это вообще. Нет, с этим я, может, не очень согласен. Вообще несерьезно, я бы прям... Несерьезно. Никита, Ольга готова? Давайте посмотрим сюрприз. Африканские страсти будут кипеть сейчас. О, о, точно. А танца как такового нет, девчонки. Посмотрите. Просто... Она просто кружится, летает. Нимфа, типа, как, нимфа, как птица, нимфа, 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 нимфа. Спасибо. Спасибо. Очень хорошо, прям так классно. Так хорошо. Иван Вячеслав, что скажете? Прекрасно открытая девушка, родинка, как у прекрасной Синди Кроуфорд. Великолепно, на первый взгляд. На скидку, мне кажется, подходит друг другу. Спасибо, Никита. Симпатичная девушка, но вот по ребенок и вот какие-то там один муж какой-то, второй там странный молодой человек, вот меня немножко смущают, потому что вот если... муж общается с ребенком, то это так или иначе он будет как-то, ну, присутствовать в жизни. Присутствовать в жизни всегда. Да, я как-то не очень понимаю, как общаться. Я обычно вот, если с девушками начинаю общаться, я говорю, что можешь меня, пожалуйста, вот в свою, прошлое, свое прошлое, да, я не хочу общаться там вот с твоим бывшим молодым человеком, а да. Тут 100% это будет. Прямо вот если, если мы сейчас решим строить отношения, он появится завтра, конечно. Придет к дочке. Конечно. Ну, так. Ну а как, я же не могу своему отцу ребенка запретить общаться. Девушка хорош, ну и что, есть ребенок, а что? Согласен. На вас тоже, он, как Лариса любит говорить, вы, говорит, тоже на особо любители. И что сидит, прям это разбирается. Значит, ребенок мешает, ребенок. Бывшая мешает. Помешал, хочет, помешал, чтобы ребенок. Это. Она, вот смотрите, так же зажигает, как и вы. Нет, помешал абсолютно ничего общего. Нет, абсолютно разные люди. Ольга совершенно не такая, как она хотела произвести впечатление. Легкость вот так вот в балетках здесь танцевать тоже не имеет никакого абсолютно к ней отношения. Она другой человек. У нее сейчас человек легкий. Легкий, он и легкий, 57 лет. Его видно. А здесь это было все очень натянуто, натужно. Мне кажется, в жизни она и жестче, и знает, что хочет, и живет не так просто. Поэтому согласен, лучше да. Я за правду. Ольга относится к тому разряду женщин, которые спешат быстро вручить бразды правления собой какому-нибудь мужчине. Она очень быстро вышла замуж, фактически не поработав. То есть она фактически сразу получила тирана, просто потому, что она создала его своими руками. Она дала ему возможность быть таким домашним тираном. К сожалению, не потому, что разрешала, а потому, что она стала полностью от него зависима. Вторые отношения очень странные, которые шли по тому же самому пути. Непонятные встречи 2 года, ничего не знает ни про командировки, ни про то, что он женат. И опять же, здесь я вижу упорные попытки вручить бразды правления собой какому-то мужчине и потом от этого страдать. Ну, кстати, да, вот угодить, да. Вот это вот я сейчас, да. Согласна, абсолютно согласна. Впереди у нас третья невеста и, возможно, выбор своей судьбы не пропустить. Вы смотрите «Давай поженимся», и я предлагаю Никите встретиться с третьей невестой. Проходите. Привет, меня зовут Надя. Я не хочу дальше загадывать, что будет, но надеюсь, что все будет хорошо. Привет, класс. Оптимистично. Нет, это не его. Почему? Может быть. Ну, потому что, ну. Здравствуйте, Надежда. Здравствуйте. Я с любимой тетей Таней и со своей любимой подругой Кариной. Очень приятно, давайте на вас посмотрим. Надежда, 21 год.
профессиональная теннисистка, многократная чемпионка России. Помогает маме в семейном бизнесе, посещает детские дома и любит встречаться с подругами в ресторане. Мечтает выйти замуж и родить ребенка. Надежда много времени посвящала тренировкам, и ей было не до личной жизни. Однажды она встретила молодого человека, но он оказался ненадежным. Надеется, что Никита поможет осуществить ее мечту. Надюш, кто привел в спорт? Мой папа. К сожалению, его сейчас нет со мной. Он просто был фанатом тенниса. Я знаю, что произошла трагедия. Папу убили, да, в 96-м году? Рядом с домом. С бизнесом, наверное, связано? Ну, скорее всего. Непростой человек был. Да. А мама больше замуж не выходила? Нет. Кто вас воспитывал? Мама. Ой, ей спасибо большое. Мама и тетя. Тетя моя. А почему мама не пришла? Она очень хотела, но не смогла. Мама в бизнесе? Всерьез? Мама в бизнесе, да. Я ей помогаю. Угу. Тоже и там. Вам 21 год, и я так думаю, что у вас особой жизни-то и не было с мальчишками где-то потусить. Да, она еще совсем молодая. Еще нету какой-то жизненного опыта. Нету. И быть был парень у вас? Расскажите. Да, был парень, это год назад. Вроде, ну, все начиналось, как обычно. Букеты, конфеты, романтика. Но потом я уехала на Каннский фестиваль по работе, и мне начали приходить фотографии, где он с девушками. Не знаю, его друзья мне присылали, не знаю, зачем это. Хорошие друзья. Да, зашибись вообще. Но я как бы, я не ревнивый человек, но зачем мне ревновать? Я была погружена в работу. Но в итоге я пролетаю, как бы мы с ним встретились, я поняла, что что-то уже не то. Я просто встала и ушла, говорю, извини, говорю, я измены не терплю. То есть он не стал сопротивляться, да? Он пытался потом помириться, но я не прощаю измену. Надюш, вам не рано в 21 год? Ну, мне хочется, меня так воспитали. И детей уже хочется. И детей вообще, да. Спорт, ты все равно, ты не будешь целую жизнь играть. Все равно личную жизнь нужно строить. Конечно. И детей воспитывать надо. И лучше вовремя. А вы, если она в таких кругах вращается, зачем ей вообще Никита? Зачем? Найдет себе богатого олигарха, который ее продвинет. А 9-летняя разница в возрасте с Никитой не смущает? Нет, меня не смущает. Меня как бы. А хотите, пообщайтесь. Вот можно на «ты», да? Можно. Вот ты спортсменка, какие-то еще интересы, кроме спорта, есть? Ну, вот как бы, да, спорт спортом, а вот там, я не знаю, кино, музыка, еще что-то. Я сама сейчас, на данный момент я занимаюсь пением. Ну, как бы, не профессионально, это мое хобби. А вот Каннский фестиваль, ты сказала, ты чем там занималась? У меня была там фотосессия для одного журнала. То есть ты модель еще? Ну, меня там приглашают, я как... теннисистка, как бы. Она звезда тенниса, звезда настоящая. Чемпионка многократная. Многократная России. Она на самом деле, если так теннис. Надюш, а у вас же призовые огромные. Ну да. Будете свадьбу, будете брачный контракт заключать? Я думаю, что да. Надо. А при каких условиях ваше будет ваше? Чтобы мое оставалось моим. Да. Вот так. А он как пришел? В шортах. Так и уйдет. Да, кстати, ему, видно, не очень нравится, что она вся в спорте. Ну, он парень простой. А по поводу интересов-то что? Окей, ну, там, хорошо. 17 песен, а еще что? 18, окей. Ну, я, во-первых, у меня 3 клипа есть. Класс. Благотворительностью занимаюсь. Ну, просто на самом деле... А разве для 21 года перечислено это мало? 3 клипа-то? Отлично. Для 21 года? Нет. А то, что она многократная чемпионка. Я же не... Это вообще... А что хотели бы услышать? Что она вышивает болгарским крестиком и поет Беловежскую пущу с ветеранами труда в подъезде? Что? Вот... Нет, но там... У нее послужной список больше, так, давайте перечислим. Подождите, а что вы сразу про интересы? Мне скорее вот сейчас уже становится интересно, как вы себе представляете семейную жизнь? Какие-то концерты, песни? Я представляю себе семейную жизнь, чтобы мы смогли, допустим, сказать... Ее призовые давай... потратить на концерт. Ведь, Никит, по большому счету, в браке это даже не важно, будет вас жена сопровождать на концерт или нет. Как это ни странно. Допустим, вы идете... на концерт с друзьями. А она остается дома. Она не обязательно должна разделять ваши интересы. В браке важно другое.
чтобы она с улыбкой вас отпускала и с улыбкой встречала. А вы я бы хотел вместе это делать. Ну, то есть я бы хотел, чтобы была заинтересованность. А вот у меня... стирать вы тоже вместе будете? Стирать я не обламываюсь, да. Стирает пусть машинка. А, видишь, он хочет, чтобы у этой девушки была тоже такая заинтересованность, как и у него. Ну, конечно. Музыкант. Надюш, я знаю, что вы приготовили сюрприз, да, для да. Никиты? Покажете? Да. Он не клубный мальчик. Клубный, он не танцует. Мужчина одночасно. Мечтальник он, да, этому баскетбольного. Да, хорошо танцует. Да, хорошо. И поет хорошо. Да, и хорошо поет, и ему она нравится. По-моему, даже вот сейчас в песне прям так на нее внимание обратил. Спасибо. Спасибо, проходите, вы скоро узнаете, кого Никита выбрал. Отстрелялась Надюшка. Ну, пела отлично, хорошо. Молодец. Ой, я так переживала. Ой. Я, конечно, не считаю чужие деньги, но жалко, если она свои призовые просадит на клипы свои. Это точно. Просто жалко. 100% вообще. Ну, и с другой стороны, тоже. Говорит, для себя поет. Ну, для себя, ладно. Как вам, Иван Вячеслав? Ну, здесь даже было видно, что сюрприз для камеры. И, знаете, если она переключится, на, вот отойдет уже от спорта и начнет другой жизнью заниматься, то может что-то получиться. Меня смущает возраст, профессиональный спорт и все остальные, в том числе и клипы, и музыка. Как вам? Симпатичная девушка, даже я бы даже таких, чего ж тут говорить, девочками называю, но 21 год все-таки это... Ну, в общем, я так и не услышал о каких-то вот заинтересованностях. Для меня очень важно, чтобы человек в чем-то и тем интересовался, и 21 год. Я в 21 год уже... Но вы не были многократным чемпионом России. Согласен, да. Вы понимаете, сколько это съедает времени? Слава Богу, что она умеет писать и читать. А она еще и закончила школу и институт. Разве этого мало? Согласен. Ой, ну и какие еще интересы? И теннис, и пение, и благотворительный фонд. Ты говорил там про такой тип мужчин, ущемленный понт. Вот. Угу. Вот мне это кажется, что, у него нет, такая ситуация. Нет, мой жена, что такое жена? Это визитная карточка мужа. У нее и статус, и приданные хорошие, и родители. Вы зациклились на какой-то музыке. Да гордиться надо, что вам такая девушка, такую девушку вам сватают. А вам, кроме, извините, музыки, Бали, предъявить нечего. Он в свои 30 ничего такого не добился. Не добился, вот именно. А она в свои 21 уже сколько всего. Ну а мне с этим чемпионством-то что делать? Как бы медали эти, молиться, что ли, на них? Не знаю. Ну у вас даже, я пока что. Не высел денег-то сколько есть Василиса. Вообще. У вас на мороженое хоть хватит? Ну, мне в гороскопе очень думаю. Выделен шестой дом и очень слабый дом девятый. Она очень цельный человек, который готов верой и правдой служить фактически любой идее. Еще и козерог. То есть такая очень сильная, целеустремленная натура. Но своих собственных идей у нее нет. Я, ну, не считая клипов. То есть у нее нет какого-то единственного магистрального направления в жизни. Потому что теннис был направлением, в которое привел ее папа. Это была его мега-идея. И ей нужен муж, который даст вот такую мега-идею существования. Если вы чувствуете в себе силы быть для женщины направляющим, человеком, который, ну, дает вектор развития семьи в основном, тогда имеет смысл брать. Я считаю, что она прекрасной женой будет. Ну, давайте. Кого выберет? Кого выберет? Кого выберет? Кого выберет? Кого выберет? Да, а мне кажется, он тебя выберет. Иван и Вячеслав, нужно посоветовать одну девушку своему другу. Поэтому я слушаю, кто эта девушка.
Ирина. Ирина, а вы? А я за Надежду. Очень как приятно. Жену. Молодец. А, Никита, ваши впечатления? Я сделал свой выбор. И, в общем, спасибо огромное девушкам, все очень разные, все со своими изюминками, в общем, отличные девушки. Ира, ну как, он тебе понравился? Ну, 50 на 50. Внешность, да, но то, что он такой несерьезненький немножко, есть-то. Я еще раз повторюсь, с Ириной вы с разных планет, Ольга с ребенком, и она для вас запутана, себя не проявила никак. Поэтому, мне кажется, она вас и не зацепила. А Надежда, как мне кажется, зацепила, потому что больше всего вопросов было адресовано именно к ней. И как-то вы так очень нервничали. 9 лет, мне кажется, прекрасная разница в возрасте. Ну, поет она дурацкие песенки, ну, не будет она их потом петь, потому что хочет родить детей и хочет семью. Почему бы нет? Посмотрите, в какой она форме прекрасной. Мне кажется, прям дорога к Наде. Понравился он тебе? Ну да, понравился. Понравился. Выйдешь ты, если он за тобой придет? Да? Выйду. А вы знаете, наши невесты часто говорят, что хотят чувствовать себя рядом с мужчиной в безопасности и так далее. Они о чем говорят? Перевожу. Они говорят, хочу чувствовать рядом с мужчиной женщиной. Вот я вот даже себя примерила к вам. Ну вот, ну не чувствую я, собственно говоря. Поэтому, к чему говорю? Поэтому к двум взрослым девушкам, Ирине и Ольге, не советую, не дотянете. А с Надюшей еще можно позажигать, собственно говоря. И я особой разницы-то вот эти 9 лет и не вижу. А звезды? Звезды говорят, что вам действительно больше всех подошла бы Надежда. Слушайте себя. Вы взрослый человек, знаете, куда пойти. Мы вас поддержим в любом случае. Приходите. Сергей, 36 лет, номер 2707, учредитель в строительной компании. Профессионально занимался рукопашным боем, сейчас поддерживает форму в фитнес-клубе. Влюбится в красивую, добрую и умную девушку, у которой есть чувство стиля. Елена, 22 года, номер 2708. Модель, любит проводить время с друзьями, обожает пляжный отдых. Гордится тем, что окончила балетную школу. Хочет встретить обеспеченного молодого человека, который готов к созданию семьи. Мы не знаем, выйдет Никита один или с избранницей. Я приглашаю всех, выходите, давайте его поддержим. Что нам стоит с тобой пообщаться. Не знаю, что у нас получится, но друзья, мы точно с тобой будем хорошо. Да, отлично, взаимно. У нас есть пара Никита и Ирина. Ирина, будь неотразима каждый день. Вам поможет подарок нашего спонсора косметика Дошили, который обеспечит эффективный и бережный уход за кожей. Дошили, потому что доверяю. Если вы тоже хотите обрести свое счастье, заполняйте анкету на сайте Первого канала. Если вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы и вы хотите с ним познакомиться, отправляйте смс с именем героя на номер 4151. Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Нет, мужчине нужны эмоции. Я люблю драйв. Алёдушка, Иванушка тоже не случайно, как знак судьбы. Это называется не то, что ищу жениха, а просто от них вы должны отмахиваться. Я предлагаю тебе изобразить эмоции. Я за Ирит пришел, просто фамилию под темой, что женщине верить нельзя.